как бы менторинг – это один из лучших инструментов для ведения, для эффективного ведения своего бизнеса. Мы реализовали ее в Актюбинской области как-то вот по-своему. Мы собрали с 12 районов женщин. Около 150 женщин приехало к нам в один день в город, так как некоторые районы близко к городу, а некоторым надо вот поехать и прям заночевать там. Но чтобы было это более эффективно, и так как 6 человек наших женщин с ассоциации обучилось на менторов, и когда мы их пригласили, мы сперва сделали такую программу, сперва мы разделили этих женщин. Рестораны, кондитерский блок отдельно, легкая промышленность, швейники, дизайнеры отдельно, будем говорить, салонная индустрия отдельно, было 6 направлений. Они поехали на предприятие, посмотрели это все. Они, будем говорить, кто-то уже ведет, а кто-то начинает этот бизнес. И когда они увидели, как это можно сделать, вообще реализовать, то, естественно, они включились. А когда уже мы собрали их уже в зале и, будем говорить, презентовали программу менторинг, объяснили, что это такое, мне кажется, то, что они хотели, они реализуют быстрее с помощью этого инструмента. Я скажу, что это очень шикарная программа, потому что сейчас есть много условий, как бы все условия для ведения бизнеса. И в то же время этот инструмент, он быстрее тебя доведет до результата. Я считаю, что очень полезный, потому что это огромный нетворкинг. Сейчас вот в этом зале все области Казахстана на одной ладони. И если у тебя бизнес, который ты хочешь развивать, будем говорить, по всему Казахстану, пожалуйста, ты можешь сразу познакомиться с председателями ассоциации наших областей Казахстана, с председателем Жасканата, это все записать и через них как бы найти каналы, как реализовать свой бизнес в других областях. Я считаю, что это супер.